Привет, зритель! Полезные советы и лайфхаки на одном канале. Дача – это такая бесконечная история и квест длиною в десятилетия. Ведь всегда можно что-то улучшить, доделать или пересадить. Неудивительно, что в эту отдушину можно запросто спустить значительную часть семейного бюджета. Хотя обойтись без жертв вполне возможно. К примеру, если превратить старую ванную в вещицу, которая точно отблагодарит любой участок. А вдруг и у вас есть ненужная ванна? Со временем все стареет и нуждается в замене. Предположим, что вы решили обновить санузел и внезапно стали счастливым обладателем старой невостребованной ванны. Конечно, можно оставить ее где-нибудь на улице на радость охотникам за металлами, а можно дать ей новую жизнь, отправить в ссылку на дачу. Именно так поступил один парень. И его пример заставил многих закатать рукава в попытках повторить этот элементарный мастер-класс. Вначале парень уложил ванну на ребро и расчертил одну из стенок. Чертеж выполнен таким образом, чтобы по нему можно было практически полностью срезать одну стенку, оставив примерно по 15 сантиметров с каждой из сторон, кроме верхушки. Затем умелец вооружился электропилой и по готовому трафарету отрезал все лишнее. Парень пилил медленно и осторожно. Теперь нужно перевернуть многострадальную ванну, хорошенько обработать всю наружную поверхность наждачной бумагой, особенно участки с ржавчиной, и покрасить плотной краской нейтрального цвета. Оставьте ванну подсыхать под солнцем. Когда наружная сторона высохла, автор покрасил и внутренности. Для этого он выбрал краску сочного алого оттенка. И про ножки тоже не забыл. Когда вся краска высохла, парень прикрутил ножки, забросил в бывшую ванную пару красивых мягких игрушек и получил крутой дачный диван. Дизайнерская вещь за копейки, с которой любой участок будет выглядеть круче. А некоторые умельцы и вовсе украсили таким эффектным предметом мебели гостиную. Такой дизайнерский диван – очень весомая причина, почему стоит вывести старую ванну на дачу, а то стоит и место занимает. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также перейдите на наш сайт Остроумно. Ссылки есть в описании. Всем пока!